Саженцы рододендрона гибридного Блоретти предпочитают рыхлые, хорошо аэрированные, плодородные, слабокислые или кислые почвы. Сорт зимостойкий, но при вероятных больших морозах нуждается в укрытии. Растет быстро. Взрослое растение достигает высоту от 1 до 2 метров. Листья темно-зеленые, эллиптические, кожистые, блестящие, длиной 10-15 см. Цветочки фиолетово-розовые с красно-фиолетовыми, гофрированными краями. Распускаются в середине мая. Собраны бутоны в пышные соцветия по 15-20 штук. Используют рододендрон гибридный Блоретти преимущественно в одиночных и групповых посадках. Рододендрон гибридный Блюретти – это кустарники. Окраска цветка розовая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.